Чисто во дворе, порядок в стране. Под таким слоганом сегодня проходит масштабный форум общественности по вопросам благоустройства. Здесь, в Доме культуры имени Литвинова, собрались сотни жителей Кировского, промышленного и Октябрьского районов на встрече с руководством области и города. Это наиболее активные жители, лидеры общественного мнения. В 2017 году Самара выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. И город должен не просто достойно провести чемпионат, но и получить в наследство чистые благоустроенные улицы, парки и скверы. Эффективное взаимодействие всех органов власти и институтов гражданского общества в сфере благоустройства – это важнейшее условие быстрой и качественной реализации задач, поставленных губернатором Самарской области. Уже летом 2018 года, уважаемые товарищи, нашему городу предстоит принимать гостей со всей планеты на чемпионат мира по футболу. Мы просто не имеем права ударить в грязь лицом перед всем миром, ведь по Самаре будут судить и обо всей России в целом. Сегодня в городе проводятся масштабные работы по благоустройству, создается комфортная среда для жизни и проведения массовых мероприятий, в том числе и международного уровня. Но важно, чтобы каждый житель осознавал свою меру ответственности за состояние города. Тогда город действительно будет по-настоящему благоустроенным и комфортным. Подробный репортаж о форуме смотрите в наших следующих выпусках. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.